Сабан Филмс представляет совместно с Премьер Интертеймент Групп, а также Бандит Медиа Капитал, фильм Уильяма Кауфмана «Шрапнель». В ролях Джейсон Патрик, Кэм Жиганде и другие. В Библии. Прочти ее. Папа, прости. Прости меня, я накосячила. У меня проблемы. Пожалуйста, помоги. Эй, брось телефон. Руки покажи.
Покер, казино. Все это может приносить тебе деньги. Найди сайт 1xbet, регистрируйся в один клик и получай супербонус $400. Она была здесь. Вы уверены, что... Уверен нахрен, она была нахер здесь. Кто-то меня видел, и они убрали ее. И зачем кому-то это делать, сеньор? Вы понимаете, что придя сюда, вы нарушили закон. Ворота были открыты. Все равно нарушили. Слушайте, сеньор... Возможно, вы ошиблись. Это распространенная машина. Может быть, здесь была машина, как у вашей дочери владелец просто пришел и забрал ее, пока вы за мной ездили. Кто знает? Я знаю. Я нахер знаю. У машины были те же сраные номера, я говорил. Но, к сожалению, сеньор Бэквит, мы такое частенько видим. Гринго типа вас узнает, что рядом с границей исчезает тот, кто ему дорог, и он сразу показывает на юг, на всех этих опасных копченых, живущих за мостом. Не надо здесь с козырей заходить, понял? Как я уже сказал, мистер Бэквит, нет доказательств, что ваша дочь или ее подруга приезжали в Хуарес. Ее друзья приехали сюда на гулянку, их видели. Зачем им? Слушай, я сказал, гребаные номера были ее. Это ее машина. Возможно... Ну, может, эти якобы друзья сами отвечают за их исчезновение. Езжайте домой, мистер Бэквит. Вам тут не место. Я сказал вам, найдем что-то, я вам позвоню. Офицер Сандоваль проводит вас до границы. Ранчо Туманная гора. Эй! Лорен! Эй!
Что? Ты обещал нас беречь. И не можешь. Пошел вон! Она ведь это со зла. Ей просто больно, как и всем нам. Ну да. Она злится. И она права. Шон, ты не знал, куда она едет. Никто из нас не знал. Она знала, что мы говорили о пересечении границы. Поэтому она нам и не сказала. Когда она уехала учиться, я неделю болел. И речь о каждом дне. В животе крутило. Я волновался о том, как папина дочь будет в большом опасном городе. Затем она вернулась домой на день. На один сраный день. Хотела взять Лорен. Вот что ты делаешь. И так все плохо. Зачем представлять худшее? Что сегодня случилось? В чем дело, Шон? Ты говоришь так, будто надежды нет. Посмотри на меня. Я в это не верю. Я не могу. Где ты это взял? В машине Ли. Где? В Куаресе. На свалке возле города. А там внутри было... Нет. Ничего такого, никаких следов борьбы. Это же хорошо, да? Ты сказал полиции? Да. Но когда мы вернулись, машина пропала. Как такое возможно? Шон, а что полиция сказала? Плечами пожали. Что ты говоришь? Шон. Понимаю. У меня такая сложная работа, но я так люблю простые вещи. Одно движение. Одно нажатие. Одно прикосновение. Одна любовь. Один клик. Один XBET.
Привет. Здоров. Ага. Есть зацепки? Расскажу за пивом. Итак, очевидно, они забили хрен. Не скажу, что я удивлен. В Мексике сложно быть хорошим копом. А что наша команда? Ну, пограничный патруль дал им пересечь мост, ей и подруге. В 19.00, с неделю назад, в понедельник, и они подтвердили, те не возвращались. И они точно уверены? На 100%. Ну и что теперь? Чем они готовы помочь? А что они могут? Это место за границей. Слушай, она ведь там, брат. Ясно? И мы ее найдем. Слушай, не знаю, есть ли тут толк, но я договорился о встрече с генконсулом США и отцом другой девушки, если тебе интересно. Я добивался этого с самого начала, всего этого. Они мне даже не перезвонили. Иногда, думаю, просто выгодно быть очаровательным и сексуальным утыркам. А с тобой это как связано? Но я благодарен, да. Реально благодарен, брат. Знаешь, я, если что, рядом, всегда. Ты же это знаешь, да? Знаю. Хорошо. Будь это я, я бы насрал на всю эту политоту. Поехал туда, взял того копа за жопу, притопил бы его слегка, пока не начнет базарить. А если бы он не начал? Ну, пыток много. А если не помогло бы, что тогда? Ну, не знаю, блин. Я бы тогда поджег там все и спалил дотла весь гребаный город. Но ты придержи эту идею. А я пока по-своему попробую. Если передумаешь, дай знать. Добро пожаловать в Мексику. Генконсул Марвин Добсон, Шон Бэквит. Это Джон Лэнгенкэмп, отец Билли. Рад с вами познакомиться. Прошу, садитесь. Словами не выразить, как мне жаль ваших дочерей. Я и сам отец. Знаете, я хотел бы сказать, что подобное является чем-то необычным. Но, увы. Только с прошлой осени 23 американца и как минимум 400 местных пропали без вести. Ясно. И что вы можете сделать? Сделать мы можем немного. К сожалению, большинство местных властей на прикорме у картеля. Не могу их винить. Большинство предпочитает взятку пули. В смысле? Полгода назад на выборах прошел новый жесткий шеф полиции. Позже, в тот же день, к нему домой вломилась толпа боевиков. Средь бела дня. Они убили его, его жену и 4 детей. А человек просто поступал по совести, и к закату он и его семья были уже мертвы. Понимаете, это знак всем. В Хуарезе ты или ладишь с картелем, или... То есть вы говорите, что думаете, этот картель как-то связан с тем, что случилось с нашими дочерями? Возможно. Возможно, просто ваши дочери поехали на ту вечеринку. Дунули не тот косяк и того. Кто-то запаниковал, линию употребляет. Ладно, как скажете. Я уже сказал. Но если это был картель, то их, скорее всего, увезли в одно из убежищ, чтобы стребовать выкуп. Денег никто не просил. Даже если бы и просили, у меня их нет. Ну да, нам не звонили. Или что? Дочери у вас красивые. Может, кто-то их схватил и отправил в какой-нибудь клуб. Клуб? Господи,
Слушайте, простите, не хочу показаться бесчувственным. Как я говорил, у меня самого дочь. На вашем месте я бы хотел, чтобы мне сказали все прямо. А что именно за картель в Хуарезе? Они зовутся Лос Мерсенариос. Хуже не придумаешь. Известны своей жестокостью. Их тактика — шокировать. Шокировать как? Обезглавливание, пытки и так далее. Они все бывшие мексиканские военные. Бывшие антинаркоспецназ. Многих из них обучали наши военные в Форте Браге. Но теперь они сами по себе занимаются перевозкой наркотиков, рабов и оружия. Вы будто говорите нам, что сделать ничего не можете. Мне кажется, вы не понимаете, мистер Лангенкамп. Сейчас это буквально одно из опаснейших мест в мире. Только на прошлой неделе 39 убийств, включая убийство 3 сотрудников полиции. И вы двое, просто приехав сюда, разнюхивая, вы сильно рискуете. Она гражданка США, генконсул. Она моя дочь. Слушайте, я в курсе вашего прошлого, полковник. Эти ребята дикари. Такие же безжалостные, как те, кого вы видели в песочнице. И вам не стоит недооценивать мои слова. У них есть связи по обе стороны границы, просто поверьте. Им плевать, какого цвета ваш паспорт. Спасибо за помощь. У мерсенариус деловые люди. И если будете мешать их делам, они почуют угрозу и сделают из вас пример для всех. Господи. Шон. И это еще не все. И еще один человек, опознанный как постоялец гостиницы, был госпитализирован с травмой головы. Правительство США просит американцев проявлять чрезвычайную осторожность в связи с преступлениями. Это дичь. Слушай, я тоже хочу Билли вернуть, не меньше, чем ты, Ли. Не меньше, чем любой бы отец хотел, но... Шон! В Мексике пропали 2 девушки из Южного Техаса, и родители считают, что это как-то связано с местными картелями. Ли Беквит и Билли Лангенкамп, обеим 18. Считается, они пересекли границу и поехали в Хуарес в начале прошлой недели на вечеринку. И с тех пор их не видели. Родители Ли Беквит, включая ее отца, полковника Шона Беквита, имеющего заслуги бывшего морпеха США, устроили сегодня утром пресс-конференцию и сделали страстное заявление по поводу девочек. Моя дочь не просто исчезла. Они с Билли не просто сбежали без единого слова. Кто-то там знает, что случилось и где они. Мы умоляем вернуть нам Лили и Билли, где бы они ни были. Мы так же, как и Лангекэмпы, просто хотим, чтобы наши дочери вернулись. Если бы ваша дочь сейчас нас могла услышать, вы бы хотели ей что-нибудь сказать? Ли, мы тебя любим. Очень сильно. Можно мне? Ли, я тебя найду. Где бы ты ни была и с кем бы, я тебя найду. У нас проблема, и ее надо исправить. Не стреляйте, не надо, не на... Ли!
спорт, покер, казино. Все это может приносить тебе деньги. Найди сайт 1xbet, регистрируйся в один клик и получай супербонус $400. Знаешь, почему ты здесь? Мы ничего не сделали, чтобы вас могло оскорбить, сеньор. Пожалуйста, скажите, чем мы вас задели? Вы мне привозили американских девок недавно. Да. Это были наши подарки вам. Лос Мерсенариос. Но это не подарки. Это абуза. Что? Не понравились? Да нет. Понравились. Очень красивые. У вас очень хороший вкус. Тогда я не понимаю. Но оказалось, что отец этих девок — американский ветеран. Я видел по телеку, что он ищет дочек и угрожает нам. Но мы ведь не знали. Как мы могли знать? Но мы не знали, как мы могли знать. Что теперь? Не знаю. Нет, не надо. Я не виноват, пожалуйста, не надо. Не убивайте, пожалуйста. Ты собака, которая насрала на газоне. И единственный способ тебе объяснить — это натыкать тебя мордой в твое же дерьмо. Этот американец не понимает, что мы способны объяснить любому, кто угрожает делам Лос Мерсенариос, выставляя нас говнюками. Ты понял? Да, я понял. Короче, собери народ и двигай по Тунекас. Там ты встретишься с нашими связными, которые дадут тебе инфу по американцу и его семье. Он явно на них сам выйдет. А ты? Принесешь мне голову этого американца, чтобы я мог сделать из нее подношение святой смерти. А теперь убери это, говнокопа, из моего дома, чтобы я больше его не видел. Спасибо, сеньор. Спасибо. Спасибо. Спасибо, сеньор. Спасибо. Спасибо, сеньор. Спасибо. Спасибо, сеньор. Итак, суть нашего послания: если мы можем сделать это с американским ветераном, значит, можем сделать это с любым человеком в мире. Если боятся, значит, уважают. Понял? Это наш манифест. Сделай все по-особому. Все будет, брат. По-особому.
Я всегда доверял тебе. И ты всегда меня радовал. Надо выпить. Послушай. Интересно, чего они развылись? Где ты? Здесь. Неправда. Поговори со мной. И что мне тебе сказать? Серьезно? У меня ничего нет, Сьюзан. Мои слова ничего не значат. Я бесполезен. Нет. Нет, не надо так. Это нечестно, Шон. Ты не должен от меня закрываться. Не ты один дочь потерял. Прости. Ты права. Ты права, прости. Я понимаю. Это очень больно. Но мы должны просто верить. Добро пожаловать в Техас. Сюда. Давай. Происходит. Койоты.
готов? Целую ночь здесь провел. Множество систем, работающих на высокой частоте. Новейшие армейские глушилки, покрытие 360 градусов. Кроме радиочастот твоей команды, в радиусе видимости связи не будет. Соседи есть? Смотри. Тут никого. Хорошо. Вперед. Готов к нашему сюрпризу. Сьюзан! Ничего, это папа койотов стреляет. Сьюзан! Шорт! Пошли! Телефон не работает! Отойдите от окон! Наверх, возьмем и пистолет в кабинете! Шон, что происходит? Быстро нахер! Стрелять! Вызови службу спасения! Боже мой!
Что? Нет связи. Привет, детка. Нет. Нет, конечно же, я не у Мэнни. Знаешь же, мне эти помои нельзя. Да. Да ну. Да, я знаю. Диспетчер вызывает шерифа Риггинса. Как слышите, сообщили о стрельбе. Прием. Погоди, детка, меня здесь вызывают. Риггинс слушает, прием. Шериф, нам сообщили о звуках перестрелки на ранчо Беквита. Погоди, чего? Позвонил Билл Митчелл. Он слышал, будто там из автоматов очередями стреляют. Альфа! Дельта! Давай, займись ублюдком. Идем. Из дома никого живым не выпускать. Надо всех там грохнуть. Шериф, все чисто. Понял. По моей команде. Чего мы ждем? Это чисто начало. Ну так зайдем, постреляем и конец. Не стоит недооценивать человека, который жизнь провел на профессии, в которой обычно умирают молодыми.
Нет! Нет, погоди. Успокойся. Дыши глубже. Пошли! Он наверху! Выходи! Да хрен этот ублюдок выйдет! Вперед! Ждем. Мусор. Иди давай наверх. Иди. Нет. Иди давай, сука, кому сказал. А то грохну. Жопой шевели. В окно давай. Молодцы. Прячься за меня!
Вот ведь педрила. Иди эту урою, сука. Уверен? О, нет. Вот черт. Видишь его? Да. Что он делает? Уперся стволом автомата мне в лоб. Серьезно? Да? Это твой план? Угрожает застрелить чувака, посланного первым? Да я его вчера чуть сам не убил. Ты что, дебил, мудила? Залупа сраная. Карлос, у нас проблема. Карлос. Что за проблема? Здесь полиция, шериф. Он прямо ко входу едет. Что за черт? Шериф Риггинс, диспетчеру, прием. Убери этого мусора. Я издалека не могу попасть. Пусть подпустит. Подпусти его поближе. Хорошо, в упор он будет как решето. Риггинс, диспетчеру, прием. Да что за хрень с этим куском говна? Твои кишки скормлю псинам. Хватило тебя, сука, а? А? Черт. В жопу. Иди-ка проверь. Пошли.
Шон! Машину. А как же ты? Нельзя его бросать, иди. Шон! Шон! Давай, давай. Твою мать. Твою мать! Быстро! Газуй, газуй! Она в порядке. Цела. Быстрее, педаль в пол. Гондон, их нельзя упускать. Догоняй, гондон, догоняй. Газуй, газуй! Ну, жми же! Лезь в окно, мочи суку! Ложись!
Мочи их, мочи, мочи! Ну давай. Дочь, где она? Пошел нахер! Ты покойник. Ты и вся твоя семейка. Даю тебе последний шанс. Моя дочь. Где сейчас? Не знаю я нахер! Погоди, погоди, погоди! Это полицейские. Они ее забрали. Твою дочь и ее подругу. Они были подарками. Кому? Моему брату, Виктору. Он главарь, Лос Мерценариос. И где его искать? Хуарзи, я могу тебе показать. Нам принадлежит весь город. Я тебе там нужен. Не бросай. Ты не можешь меня вот так бросить. Ладно, не буду. Сьюзан! Живо, сюда! Сюда, сюда, давай! Живо, сюда! Лорен, детка, не отходи от меня! Пойдем! Живей! В машину! Давай! Все хорошо, все хорошо, давай! Садись, давай! Дай свой телефон. Хорошо. Если тут еще кто-то есть, они эту машину искать не станут. Так что езжай прямо к Ризе, медленно, не спеша, не останавливаясь. Там вызовешь полицию. Шон, нет. Я не хочу и тебя терять. Что ты задумал? Поеду за Ли. Шон! Да. Помнишь, что ты мне говорил? Помню. Ты готов? Только скажи. Они меня нашли.
Мрази, похитившие Ли, нашли меня, приехали ко мне домой. За моей семьей. Господи, ты в порядке? Я знаю, кто они. Картель, Мерсенариус, Виктора Гарза. Хорошо, ты где? У столовки на 86-й. Ладно, я только снарягу возьму. Вот наш пацан, Виктор Гарза. История о его похождениях известна всем. Очень плохо. И вот, его адрес. Вообще не секрет, он себя считает ни хера неприкасаемым. Видимо, потому что у него есть армия. Идем. Спорт, покер, казино. Все это может приносить тебе деньги. Найди сайт 1xbet, регистрируйся в один клик и получай супербонус $400. И как мы все это провезем? В Мексику говно заливать можно, а вот оттуда нет. Мы это все там оставим. Слушай... Это может кончиться плохо, ты должен быть уверен. Ты уверен? Знаешь, меня можно и не спрашивать было. Поехали. Как это не выходит? Это твоя сраная работа. Найди моего брата, живо! И сколько, по-твоему, с ним? 10? 20? И может быть еще 50 где-то рядом. Сколько у нас, по-твоему, времени после того, как войдем? До подкрепления? Может, минут 10. Пока соберутся, жопы подотрут. Слушай, жива она или нет?
Они должны лечь все. Ну, блин. А по-другому разве бывает? Ты ведь не обнимашек их сейчас ждешь? Господи, иди ты. Вперед. Входи. Никаких признаков Карлоса и остальных. Твою мать. Возможно, их полиция взяла. Нет. Нет, Карлос живым бы не дался. Уйди. Что за херня творится? Не знаю. Оставайся тут, шеф. Я разберусь. У нас нарушители. Найдите их. Рамирес, в чем дело? Прием. Говорит командант Эгарца. На мою ранчо напали. Немедленно прислать сюда всех. Вообще всех. Так точно. Так точно. Они будут как можно скорее.
твою мать, где они? Дебилы! Не двигаться! Брось! Бросай! Что тебе нужно? Деньги? Они твои. Назови цену. В мире денег не хватит, чтобы твою жопу спасти. Я даже не знаю, что ты за хрен. Меня-то помнишь? Погоди, где моя дочь? Где мой брат? Святая смерть тебя благословила сегодня. Лучше скажи, что она жива. Хорошо. Она жива. Это за мою дочь! Грёбаный ты утыра! Не надо! Я не... Получай! А это за твоих говнюков в моем доме! Стой! Нет! Не надо больше! Чё ты сказал? Я пошутил! Она жива! Где? Я могу отвезти к ней! Где? Где, сука, говори! Она недалеко! Шон, нам пора! Она рядом. Очень близко. Слушай сюда, утыра. Если врешь, ты нахер жалеть будешь, что я тебя не добил. Мерсенариус. А что за тема с отрубленными бошками животных и стрёмными алтарями на обочине? Эй, Чмырь! Я с тобой говорю. Это... Подношение. Подношение, да? Да. Нашей святой смерти. Кому? Смерти. Владыке самой смерти. Мы молимся ей. Чтобы защищала. И что, защитила? Мы идем против Бога. Поэтому можем молить лишь ее. Присматривать за нами. Это правда. Сука. И что же нас ждет внутри? Я не знаю. Наверное, большинство моих людей на пути к ранчо. Какой сигнал? Стучать надо по-особому? Да. Сейчас. Thank you.
находятся девушки? Где находятся американские девушки? Скажи ему, скажи. Сиди тихо. Я здесь. Папа здесь. Папа здесь. Прости меня. Все хорошо, папа здесь. Прости, я виновата. Тут так ужасно. Все позади. Так ужасно, прости меня. Идем, Билли. Нет, нет. Вставай, пошли. Не могу. Вали давай отсюда. Не спеши. Иди. Святая смерть защитит меня от гибели. Че, правда, что ли? Ну, не знаю. Но вообще... Надеюсь, что ты прав. Thank you.